Что такие, друзья, возвращаемся в прямой эфир. Я напоминаю, что мы с вами досматриваем сегодняшний день. Все квалификации. У нас последний матч остался. Так, вот тут такую штучку нужно поставить. Вот, теперь хорошо. Последний матч RRQ против команды CypherSG нас ожидает на этом стриме. Ну, давайте тогда пройдемся быстренько сразу по сеточки по текущему положению дел у этих команд, собственно. Как они провели первый игровой день, сколько выиграли, сколько проиграли, в целом, давайте поглядим. Итак, Сайфы. Вот это у Миракла его пацанов не пошло. Смотрите, 1-3. Очень плохое начало. И восьмое место всего лишь, конечно, слабенькие результаты. Ребята из RRQ 2-2. У них, кстати, дела получше. Так что неплохо ребята справляются. Такие вот дела. Давайте быстренько посмотрим да, по командам, что мы там будем иметь. Итак, видим, что у Сайфа в два раза больше сыгранных игр. Ну и винрейт, в принципе, тоже в два раза больше RRQ. 30% винрейт, знаете, не очень, конечно, сильный. Но в целом играть они умеют. И они это демонстрировали. Киллов они, видим, в среднем делают больше. Смертей у них тоже больше. Ассистов больше. Всего у них больше. Кроме разве что лосхита, КПМа и XPM самых важных параметров. Ну, такие вот у нас дела. Давайте возвращаться, собственно, в прямой эфир. И смотреть, собственно, за пиками. Итак, twitch.tv/4, тот канал, на котором мы смотрим с вами эту трансляцию. И давайте вникать в первую карту. Итак, инвокер Никс у нас от CypherSG. RRQ забирается по трайдеру first пиком. Сейчас будет второй пик в первой стадии. Ну и в банах Нага, Ликантроп, также убрали Дума и Кентавра. Очень-очень интересно. Так, я пока... Да, вроде бы все хорошо. Все работает. Ну, пики уже достаточно агрессивные, мы видим, да. То есть сегодня, кстати, Сайфов я еще ни разу не комментировал. Впервые они сегодня попались. Ну, тоже очень интересно. То есть я думал, что Сайфы будут одним из фаворитов этой квалификации. А в итоге у них получается, что они даже в качестве аутсайдеров проигрывают всем и вся. Конечно, очень плохое начало. Miracle у нас Чибик, Скана, Полос и Нексфридом представляют команду CypherSG. Ну, RRQ у нас это Гиена, Бубу, Дон, Нафари, Коал. Ну, кстати, товарищ Дон от World War, вы помните эту игру, выиграл. Ну, как выиграл? Не в соло, конечно, но разорвали они, понятно, достаточно прилично. Так что играть эти ребята, конечно же, умеют. Ну и вот второй пик задумался у нас Куала на капитанском слоте. Думает, кого же брать себе в пик. Угу. Ну, пока, наверное, покажу вам какую-то статистику, да, чтобы просто так не просиживать, посмотреть. Так. Ну, например, конечно же, нас интересуют ребята из Сайф в первую очередь. Хочется посмотреть, конечно же, Миракла. Что же он нам покажет за текущий год, что он нам показывает? Он показывает то, что он, ну, вот средний делает 6-4 килла, конечно, не очень сильно для керри-героя. 3-5 смертей, ассистов 5-8. Причем я не вижу в его самых крутых героях Нагу. Хотя на Наге он отыгрывает просто превосходно. Видим, что Эмбер Спирит 67% заезжает от него. Ну, так себе... Видим, средненькие достаточно показатели. Вот на Морфе вроде неплохо получается. 3 из 4 каток он выиграл. Конечно, слабоватая статистика в плане того, что игр было сыграно мало, поэтому выборка небольшая, и какие-то выводы делать, конечно, не получится. Так, у нас там Сын Кинг заезжает вторым пиком от RRQ. Пошла вторая стадия банов. Убивают Морфа, убивают Вайда. Еще по одному бану осталось сделать. Окей. Минус Луна у нас избавляется, видимо, от керри-героев. Причем и та, и другая команда. Прям не хотят они таких вот этих жестких керри-героев видеть в карте. Интересно. Ну что же будет Miracle Bind у нас? Ну, кстати, вот что интересно, RRQ знает, против кого играют, да, и вот First бан от Нага, то есть вполне такой, знаете, показательный бан, Direct бан. Так что готовимся к своему оппоненту, знают, через что они любят играть. Ну что, Miracle? Что ж ты будешь убирать? Ну, пока, видим, есть у RRQ Бутрайдер, наверное, в качестве оффлейнера, есть Сынки в качестве суппорта. У CypherSG инвокер Никс, опять же, мидер оффлейнер, скорее всего. Окей.
Ну и что же, Миракл, давай, давай, выбор свой сделай уже. Как так можно долго думать над этим героем? Ничего страшного не произойдет. Сейчас ты просто уберешь персонажа и будешь пикать. Убрали Вайпера. Очень интересно. Значит, собирается брать каких-то милишных персонажей. А, судя по всему, должен заезжать какой-то Dragon Knight, что ли? Ну, просто я ориентируюсь на то, что Вайпер контрит. Там милишников, там меркает очень хорошо. Но пока берет, видимо, берет Shadow Demon. Окей, есть Shadow Demon. Неплохой суппорт. Опять же, к нему в комбинацию может заехать какая-то Мирана впоследствии. Но пока пик от RRQ. Хочется, наверное, взять с Энкигом кого-то Эйнштоп Орешна. Такую самую часто юзабельную связочку суппортов забрать. Мы это в рамках американской квалификации, например, наблюдали. Видели, что они частенько заезжают вместе. Ну, почему бы здесь и не повторить? Стратегия, которая использовалась многими командами, которая проверялась, тестировалась многими командами, вполне успешно. Ну, вот пока товарищ Куала думает. Пошел уже резерв тайм. Очень-очень долго и основательно подходит к выбору каждого героя. Тогда я вам продемонстрирую еще какую-нибудь статистику тогда. На кого-нибудь. Кого хочется посмотреть? Давайте посмотрим кого-нибудь из RRQ. Ну вот мне интересно, например, товарищ Донгсван, который у нас очень хорошо, еще раз напомню, сыграл на Тволдевар, предыдущую каточку. Ну вот, смотрите, Тволдевар. Ну хотя вот, опять же, по нему выборка только 4 игры было сыграно. То есть либо он выигрывает от Тволдевара или на Думе, или проигрывает просто на Брюмастере. То есть Брюмастера брать RRQ не рекомендуется. А вот ОД, Дум, это окей. Ну, по РК, да, особо-то, конечно, информации здесь нет, то больше, наверное, по сайпам можно посмотреть. Давайте вот взглянем на товарища вот этого вот Фридома, суппорта. Видимо, хорошо играет на Шату Шабане. Часто очень, да. Ну, как часто. Опять же, тоже выборка небольшая, то есть 50% винрейт это тоже не сильно. Ну, вот, видимо, Skyfire of Mage 2 раза играл, 2 раза победил, на Личе, в принципе, то же самое. Ну, в среднем. Понятно, больше смертей из того, что суппорт ассистов вроде плохое количество делает. Ну, такой вот у нас этот X-Freedom. Так, ну что, нас там забрали, что порешено? Да, в принципе, читалась эта связочка. Пока дефолтный вариант. Ну, и вот здесь, конечно же, Миран от CFSG тоже дефолтную связку образует. Пока вроде бы все стандартно, все дефолтно, никаких новшеств, никаких изобретений, никаких велосипедов не изобретают обе команды. И, значит, у нас будет стабильненько, хорошая такая красивая дотка. Ну, хочется, конечно, у нас в заключении сегодняшнего дня игрового увидеть какой-то потрясающий матч. Ну, потому что, по-моему, 6 из 6 игр, собственно, которые я комментировал, все были в одни ворота и в салат просто-напросто. Вот, хочется, конечно, какой-то интриги, какого-то экшена и какого-то разнообразия. Ну что, last pick в этой стадии. Куала. Кого же берем в керри? Ксенки Гоин, что по лично? Опять же, никто не мешает взять этого Волдуваура. Один раз с ним зашло. Очень даже неплохо зашло. Давайте возьмем второй раз. Драгонайт. Драгонайт все-таки заезжает, но не в пик с FSG, а в пик RRQ. Вот он, мидер. Ну что, пусть будет, ничего страшного. По одному бану еще осталось сделать. Здесь сайфы должны, по идее, банить какого-то мидера сейчас. А, подождите, керри героя, конечно же, керри героя. Драгонайт видит от Бутрайдера на сложную. Деньги, конечно, полезны, у нас 2 суппорта. Ну вот, неприятного керри для себя нужно убрать. Войд они уже забанили, Лунаморф и так банили контропом и нагой. Дума тоже нету. Вайпера нету. Ну, много-много, на самом деле, кого перебанили уже. Кто там из оставшихся чаще всего появляется на позицию керри. Ну, какого-то гирокоптера, по идее, можно, наверное, забанить. Даже сложно посоветовать что-либо еще. Окей. Ну что, Спектра. Спектра в бане с IFG, да, вот тот самый керри-герой как раз остался, который, казалось бы, мог появиться, наверное, у команды RRQ, один из самых тоже популярных керри-героев. Так, ну и RRQ, в свою очередь, должны забанить, получается, оффлейнера, правильно? То есть, пока Никс шадут... А,
Подождите, ну сложно сказать. Enigma, Bind. Вот, очень интересно. Очень интересный бан. Так понимаю, Direct бан уже против команды CypherSG любит. Они, видимо, играют на Enigma. Но по одному пику остался. Ну, вот смотрите, здесь есть несколько вариантов развития событий. То есть можно же одну тему отправлять на сложную линию. Можно поставить Никса на легкую инвокера в мид и взять какого-то лесника, да? Это вообще не важно кого. Можно поставить эту тему на Мирана, плюс еще какого-то суппорта, например, в триплу, тоже, опять же, либо на сложную, либо на легкую линию. Никса в параллельный лейн, а инвокера в мид. То есть здесь вариантов, опять же, возможно, много. Reserve time. И в Рейвкинг заезжает. Ну, трипла, шаду демон Мирана в Рейвкинг. Мы это видели неоднократно. Эта комбинация работает. Хорошая трипла. Но опять же, в Рейвкинг качестве 7 же весьма неплохо смотрится. Ну, в плане того, что он более-менее имеет хороший шанс там выйти в лейт. И там тоже помогать своей команде, а не быть бесполезным куском мяса. Это тоже, конечно, ему большой-большой плюс. Так, ну и получается, что трипла у нас есть. Есть Никс на сложный, есть инвокер, по идее, в мид. Вроде здесь определились. RRQ. Драгонайт поставит мид против инвокера, по всей видимости. Бэтрайдер отправит петь в сложную против триплы. И кто же на позицию керри-героя встанет? Ну вот какой-то вивер, по идее, может заехать, наверное. Разора опять забирают РРК. Ну почему говорю опять? Потому что я сегодня уже видел две катки подряд этого Разора. И он, вы знаете, особо... ну как, тащил, конечно, в одной карте. В одной сосал, в другой тащил. Вот, если уж извините меня за этот русский язык. За это прямое, точнее, выражение. Ну, действительно, так оно и было. Там уж по-другому просто не скажешь. Все-таки, кстати, клинк, он выжирает, сосет дэмэдж. Просто сосет все дэмэдж, в общем, все он делает. Так, ну ладно, ребят, у нас сделаны пики. Давайте переходить уже непосредственно к карте и будем смотреть, как, что, зачем и почему. Так, включить вам, наверное, стоит. Ингейм. Угу. Ну, вот взглянем, кто на ком будет исполнять. Итак, ребята из Dire, они же RRQ. На фаре будет играть у нас на Бэтрайдере. Синкинг у нас Киена. Бубу будет играть на Эйнштопоришине. Драгонайту там, кто там доверили. Дон Иксван, конечно же, будет играть на Драгонайте. Ну и остается у нас товарищ Коала, будет играть на Разоре, фармить и убивать. Так, ну и ребята из Сайф. Сайф из G. Ребята из Сингапура. Полсон будет играть на Рейвкинге. Икс Фридом играет на Шадоу Демоне. Миракл на Инвокере. Чибикс у нас будет играть на Миране. И Никс у нас это товарищ Хана на сложной линии. Вот хочется посмотреть, наверное, все-таки, как Хан у нас отыгрывает на Никсе. Сейчас пробуем вытащить статистику. Ну, вот его ключевые персонажи, вот смотрите, у него на Никсе 6 игр было сыграно, 50% винрейт, да, то есть то выигрывает, то проигрывает примерно с переменным успехом. Интересно, очень интересно. А если мы посмотрим, например, какого-то Чибикса. Так, он на Миранке здесь особо не катал, мы видим, другие герои у него были в приоритете. Ну, потому что Миркл взял себе инвокер, да, поэтому Чибикс вынужден был взять себе Миран. Окей. Ладно, поехали смотреть за этой картой, у нас отжали паузу. Познакомились мы с вами с персонажами, познакомились с игроками, а значит, время дотки. Ну и опять же, ситуация такова, что Сайфом больше проигрывать нельзя, им вообще больше ни одной катки сливать нельзя, иначе они точно не падут в топ-4, в плей-офф. Ну, а у RRQ пока еще 2-2. В рамках сегодняшнего дня, и поэтому получить третью победу им бы я тоже не мешало бы. Ну вот, у нас тем временем Хана берет сапог, отправляется на сложную линию. Пока бегут сюда Мирана. Миран в качестве 7 суппорта, кстати, и в Рейвкинг у нас будет фармящий, что интересно. Я думал, наоборот, Рейвкинга поставить на 7 суппорта, а Чибикс будет фармить, а тут вот решили так сделать. Ладно, 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 посмотрим, что это получится. И вот такая вот интересная задумочка в исполнении ребят из Сайв. Спрячутся сейчас, будут ждать какой-то триплы здесь, да, и со спины заходить можно. В целом, не зря еще куплены были там бустики. В идеале, конечно, можно прям со спины вот так, кстати, да, то есть выжать парочку деревьев и вот в спину атаковать. Ну, это первый, конечно, должен идти будет Shadow Demon. Опять же, комбинация хорошая, комбинация рабочая. Если получится реализовать, будет круто. Ну, Рейвкинг у нас пока занимает позицию на нижней линии, на легкой. Против него там будет стоять Бэтрайдер, который, кстати, тоже с сапогом. The battle begins. Так, ну и на фаст ботл закуп у Драгонайта. Видим, два тангусика, две веточки, 130 монет. То есть будет делать себе, конечно же, быстрый ботл. И Коала через статик клик. Ну, тут, в принципе, правильно, да? То есть Никса-то, конечно, отгонять он будет. И за счет этого Никса можно неплохо дэмэджа себе подбавить. Приятнее будет фармить крипочков. Да и в целом много-много, конечно же, плюсов. Но, что самое интересное и самое здравое, в этом случае у ребят из Сайф появляются отличные шансы на убийство.
Ну, потому что нет никого, например, пуджа, да, типа пассивочки. Вот, ну тут Чилинг Тач, смотрите, в исполнении Штапарейшина. Хана, очень больно будет, если он будет ему пробивать сейчас. Так, ну, смотрите, заходит Шадоу Демон со спины, может очень даже интересно получиться. Заходит Шадоу Демон, кого будем прятать? Прятать хочется, наверное, Куалов. Куалов прячет, Disruption есть, сейчас будет Эрос залетать. Штапарейшин принимает на себя урон, значит, можно Штапарейшин убивать, ничего страшного. Да, это минус один, это ферроспад. Куала зажали в собственных иллюзиях, Куала, трое его просто терзает. Это будет два фрага для ребят из Сайф. Как же четко все получилось, и Коал отправляется в таверну. Смотрите, Чибик сделает фраг. Поворот, поворот не туда. Ну, четко, конечно, реализация вот этого задумки от ребят из Сайф. Отдать им должное. Грамотно спрятались, конечно же, грамотно вышли, и получилось прям все делать как надо. Раз возвращается на свою линию со смертью, конечно же. Ферзбат у нас, кстати, кто зарабатывал? Ферзбат нас поделили. А всех, да, потом Миран на себе еще и фраг оформила. Ну, очень даже неплохо. Сапог появляется мгновенно. У Ханы тоже есть сапог. Будет там Наркин Бутсов фармить. Ну и в целом этот трипла, видим, здесь остается. Внизу в Рейвкинг против Бэтрайдера. Ну, здесь, конечно, не очень весело в Рейвкингу будет стоять. Все-таки постоянные стаки на Палма. Не тут ему комфортно вращаться вокруг своей оси и добивать крипов. Ну а на фаре, видим, спокойно под своим тавером будет у нас крипочек то выфармливать. Так, ну и в миде у нас здесь Миракл, Инвокер, левел 3, идет через класс Вексовского Инвокера, что самое интересное. Ну и талисман есть, куча хилочек. Здесь у нас Дон, X1. Ботл имеет левел 3, Брефайр на двоечку. Ну, по этому делу будет, конечно же, Брефайр. Макс, смотрите, вылазка пошла на этого Драгон Найта. Снова эта комбинация. Залетает Эрон. Ну что это за тайминг такие? Но Колдснейпа могут спасти. В принципе, Миракл, конечно, подстраховал тут своих ребят. Профейли немножечко они Эрон, но тем не менее с Колдснейпами сделать все прекрасно получилось. И в итоге 3-0 в пользу Сайф. И вот это вот Шадоу Демон плюс Мирана, конечно, поначалу, ну, просто доминирует. Молодцы, 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 перемещаются с линию в линию. Кстати, есть возможность сейчас убить Бэтрайдера. Бэтрайдер в соло Брэвкинга убил, так, кстати, я, кстати, и говорил о том, что в Брэвкингу будет не очень стоять против Бэтрайдера. Правда, я не подразумевал, что на фаре должен убивать Брэвкинга, но как минимум не давать ему фармить он должен был. Получилось еще и фраг сделать, потому что Дема сейчас найдет здесь на фаре. Да, кликает сюда, говорит, вот он, Фридом, пьет с руки, под хостой, должен подать фраг. Полосно приходит. Ну и почему-то Фридом решил себе фраг забрать. Я не знаю почему, но надо было подождать, чтобы Полсон подошел, дал свою последнюю тычку. В любом случае получилось неплохо. 4-1 и 4-я минута встречи пошла. На всех лейнах преуспели ребята из Сайф. То есть вначале захватили инициацию и доминацию. И главное на этом, конечно же, не останавливаться. Посмотрите, колдснэп опять пробивает из Дона. Ну, какой-то шальной эру, конечно, мог поспособствовать очередному фрагу. Но этого шального эру не последовало. Чибикс у нас возвращается на легкую линию. Сапог у него есть по-прежнему. Левел 2, есть эру, есть слип. 1-0-2 у него стат. Даже курьера, по-моему, апнул. Ну, и он как суппорт, в принципе, обязан этим заниматься. Ну что ж, тут демон с Мираной снова бегают. Это правильно. Они держат напряжение абсолютно все лейны. Сейчас РРК чувствует себя явно некомфортно, когда они видят о карте ни Мирану, ни Шадоу Демона. Вынуждены так вот далеко под свой тавер прятаться и там стоять, ожидая противника. Ну, видим, Бэтрайдер больше на оффлейн не пошел. Трактвиблцы себе приобрел. Видим, левел 5, кстати, уже получил за счет того, что фраг сделал в соло. И поэтому можно спокойно выфармивать себе какие-то дегера. Так, теперь, смотрите, Сын Кинг под смоком хотел атаковать. Хана подкапывает по таймингу, под солкетчер Мэро будет залетать. Да ладно! Опять же, качественно все сделали сайф. Контр-ганг такой получился, а ERQ ганг явно не получился. Они забегали под смоком, не хотели напасть миди на этого инвокера, но тут, как тут, оказались те самые суппорты от Сайф. Играет пока просто превосходно. 5-я минута встречи, 5-1 счет. Четко, очень даже четко. Так, Орден Инвиза поднимает Dragon Knight. Миракл не смог ничего сделать, хотя, в принципе, торнадо мог дать, но не доставал в любом случае. Просто не доставал. Возвращается Миракл в мид. Так, снизу в Рейвкинг продолжает фармить. У него, кстати, уже 5-й уровень. Есть танчик на 3, есть пассивочка на 1 и в качестве, наверное, плюсик. Кстати, сюда подтягивается тот самый Dragon Knight. Ой, Полоса, куда ж ты пошел? Не хватает маны на перерождение, но Полоса, да. И стики не проюзал, ничего не сделал. Тут 5-2 на ровном месте фраг отдает. Причем я более чем уверен, что Миркл инфу давал. Он обязательно говорил о том, что, ребят, Dragon Knight пропал с руны инвиза. Ну, безалаберная игра от Рейвкинга. Опять же, ненужная отдача второй раз подряд. И явно это была именно его ошибка, а не чья либо еще. Так, пытается поймать Dragon Knight здесь. Шадоу Демон дал Shadow Poison. Dragon Knight отмансил. И, в принципе, в живых остался. На топ-лейне Хана продолжает настоять. Но в лейне Аркинбутсы уже есть левел 5. Вы посмотрите, очень даже неплохо.
у него началась эта игра. Два ассиста, в принципе, получил, естественно. Сейчас получит себе еще немножечко экспы. Будет у него уже виндет. И с виндетой можно будет также бегать вместе со своими тиммейтами, нападать. Ну, ранняя агрессия, конечно, здесь приветствуется. Сайф Эрро залетает под колдснэпами. Неплохо здесь, правда, Гиена. Торнадо. Добить бы надо еще пару тучек дать. Хороший бурострайк по двоим. Брэфайр тоже на развороте. И стики на палм пошли. Чибикс будет умирать. Да, догоняет тычка последняя от Тауэра. И Миракл, наверное, уйдет. Или Гиена. Бурострайк будет. Будет бурострайк. Бурострайк дает. И Миракл большие проблемы. Файрфлай. Какой же четкий этот Гиена. Боже, этот бурострайк просто на миллион. Прервал такую атаку. Там, безусловно, Драгонайт должен был умирать. Но получил все как нельзя кстати. И 5-4 уже РРК вплотную подбираются по фрагам к своему оппоненту. И вот он, первая виндета от Хана. Уже побежал, побежал. Видит здесь Коалу. Нужно подкопать. Подкапывает хорошо. После... Так, ну и Эрос улетает, наверное. Это фраг. Это фраг. Хана у нас молодец, опять же. Реализовал сразу же свою виндету. Все четко сделал. С Майбин, то встреча пошла. 6-4 пока в пользу Сайф. Вы знаете, игра очень активна. Есть на что посмотреть. Куча перемещений. Реализация пиков. Прям круто. Так, левел 4. У нас Shadow Demon, Бэтрайдер на оффлейн снова вернулся. 2100 денег, кстати, на фаре летит уже домой, на всех парах, конечно же, купить себе тот самый заветный дагерог и уже начинать врываться. Лассот у него уже имеется, поэтому любой ТП на любой из лейнов станет опасным для противника. Так, что же у Разора? У Разора, кстати, топовый КС на карте. 33/7 купил себе Физеринка, Базилиус выключенный, левел 6 имеет. Плазмофилд прокачал на троечку, на 2 статик клик, на 1 пассивку. И просто продолжает фармить. Ну, на него плечи, наверное, все-таки повесит покупку Миказм, как я понимаю. Хотя, по сути дела, он у нас тут позиционирует себя как хардкерри-герой, да? И, наверное, негоже хардкерри-героя покупать себе все-таки Миказм. А хочет какие-то артефакты помощнее, что-то типа БКБшки приобрести, Саши, Яши и прочие гадости. Или включает он. Рико Базилиус, была попытка немножечко, наверное, пропушить, но сейдж крипа потеряли. Катеринем снизу, Бэтрайдер, Брэфкинга видит, ну, Брэфкинга на этот раз и будет перерождение. Пытается Полус у нас после двух смертей выформить себе все-таки Мидас, держит для этого 1400 денег. Но если умирать не будет, конечно, Мидас у него появится. Ну, вот сейчас, так, стан дает, подходит на Катеринем еще и Вокер, Торнадо, Колдснэпы, ЕМПшечка, без шансов на фаре. Ну и четко пришел сюда Миркл. 9-я минута встречи в деревне пошла. Уже видим, немножечко инвокер активизировался тоже. Ну, в целом, это не квас-экзорский инвокер, поэтому нет нужды ему стоять на линии просто, да, и кидать санстрайки. То есть он должен перемещаться, активный очень инвокер, достаточно большая, хорошая, точнее, у него мобильность за счет того, что он фиксы промакшивает, и мувспид, соответственно, становится больше. Вот поэтому так вот бегать и перемещаться должен. Теперь, смотрите, Хана видит Бубу, удар, подкоп, моноперт, минус. Даже без эра обошлись. И 8-4 восстанавливает светократное преимущество по фрагам, ребята, и сайт. Бесконечные ганки, конечно, бесконечный поставил. Торнадо ЕМП эти времени, но залетел Драгонайта. Ставил без маны. Не особо думаю, он переживает, так как монопол маленький, и ботлом можно неплохо подхилиться. И практически половину те самые маны себе восстановить. Так, теперь Gloss of Hest приобретает себе врейфтик и летит к нему уже готовый Мидас. Отлично, сразу с леса можно кого-то сажать кентаврика. И денежку получить первую. Экспу, конечно же, тоже. Так, у нас тем временем есть Брейсер, есть робот Дамаги. Творище Миракл, конечно же, будет Драм оф Энджернс. Дефолтный класс вексовский инвокер. Так, ну у нас практически 10 минут уже подошло к концу, без малого там. И будем смотреть на изменение графика, изменение экономики. Вот в какой-то момент времени РРК сравнивали счет, мы это помним, да? И вот сейчас снова скачок вперед для Сайп. 1500 они уже ведут по деньгам, по XP ведут уже около 2000. Что, в принципе, конечно, тоже, думаю, нравится. Так, под виндетой. Снова вылазка от Никса, ищет противника. Видит здесь Бэтрайдер. Бэтрайдер не самая приятная цель. А вот Драгонайт тоже цель не самая приятная. Кончается виндета прям перед носом у Драгонайта, конечно. И надо, наверное, отступать. Не получилось. Не получилось атаковать, не получилось инициировать. Ну, самый сладкий, конечно, у нас здесь бегает Инштапаришн. Вот его убивать проще всего. 549 хп. А Бэтрайдер тебя не поймал Полосона. Ну, там будет перерождение, поэтому, я думаю, особо не парится. Эрро залетает. Да, Полоса пытается просто пешочком уйти. Подстопил Чипикс, конечно. Говорит, давай, убирай. Полоса ему в ответ. Да что ж ты творишь, демон? Уйди отсюда, да. Уйди с глаз тобой. И прогнал. Ну, и кошка вынуждена уступать. Первый, кстати, можно вбить. В миде они будут сносить тавр. Это первый тавр будет падать. В ответочку, ребята, и РРК тоже тавр спушивают.
Ну, Драгонайт, конечно, хороший пушит потенциал, поэтому же Минотавра все-таки доберут. До смерти. Тут по Минотавру пал, на топе Тавр тоже будет падать. Моментально сюда ТП, кто приходит нас? Приходит Полосон. Принимает на себя Бороу Страйк, Торнадо пошло. Ни с кого не сцепилось, смотрите, немножечко не хватило РНЖ. Гиена! Сэндшторма не был, ЕМП ставится, про большие проблемы, Сэкика отправляется в таверну 9-4. Я думал, он сможет маневрировать, а у него, кажется, все в кулдауне было. Синкинг отдался. Ну, вы знаете, мне не очень нравится такой Синкинг, то есть я уже привык, наверное. Смотрите, что сделал Чибикс. Чибикс. Гуляет, то есть два тваров. Кстати, Клинк, все это оборвалось. На фаре нету лассо, пытается просто на Чибикса. Чибикса... А, ну тут понятно. Плазмафилд и просто-напросто не было. Кулдаун был на лейпе, ничего сделать не смог Чибикс. Вопрос только, как туда попал, но это ладно, это мелочи. Так вот, хотела продолжить свою мысль. А да, вот по поводу Сэнкигао. Мне не нравится такой Сэнкинг. То есть мы привыкли с вами видеть еще в рамках американской квалификации, в рамках этой самой же Asia Qualifications. Видите Сэнкинга, который в 10 минуте вывозит себе дайкер. Да, то есть фарм будет стаки нейтралов и очень быстро после спака берет дайкер. А в этой карте он не делает абсолютно ничего. 0-2-2 у него стат, только бегает, видит и без дайкера прежним находится. Что, в принципе, конечно... плачевно для РРК. А, сломали тавр на топе ребята из Сайф. Это уже второй тавр в их копилку. Сами потеряли только один. В это, по этому показателю они тоже пока впереди. Миракл покупает себе Ring of Regen против... После Drum of Angels будет делать себе, конечно же, форстав. Что дадим? У нас Аркин Бутсами левел 5. Никс, никс, никс. Аркин Бутсы 1900. Ну вот скоро дагер появится. Ну и Чибикс. Фейзы. Ну, мы понимаем и помним прекрасно, что Чибикс у нас был в качестве 7 суппорта. Требовать от него каких-то артефактов, конечно, глупо. А вот от Полосон требовать будем. После Мидаса купил СПТ. Продолжает фармить. Так, ну что, у нас еще парочка минут прошло. Есть смысл посмотреть на графики. Видим, что Сайфы пока укрепляют свое преимущество. Уже достигло на 4000 по деньгам. По XP около 2000. Драгонайт. ПТ. Попал. Стал Челтейс Magic One. Покупает Сёгр Клаб. Это стандартно. Драгонайт будет через БКБ. Ну, тут, в принципе, действительно БКБ нужнее. Ну и вниз тяжечка от РРК. Возможно, будет какой-то замес. Правда, немножечко расстраивает то, что Energy Parish у нас без айсбласта, и то, что Сэнкинг у нас без даггера. Поэтому немножечко такие бесполезные суппорты стоят здесь. Замесом хорошо организовать не получится. Тиренему Разора, 67 на 7 КС. Топ-2 на карте, кстати, если посмотрим на Творф, видим, что он топ-3. И покупайте после Огр Клаба и Белта рецепт на Сэндж. Все-таки Сэндж, и потом, наверное, Хелберт какой-то появится, или, может быть, Саша Яша. Ну, в принципе, Куала может себе позволить купить Сашу Яшу. Пытается дать некуда эти товаров снести ребята из Сайф. Танкует, конечно же, Полос. У него есть перерождение, он вполне может этим заниматься. Но причем у команды РРК нет героев, которые способны выжечь ману Полоса. Но поэтому он прекрасно знает, что если он пойдет вперед, у него обязательно будет вторая жизнь. И второй шанс в этом замесе что-либо сделать. Кана приобретает себе дагер. Торнадо пошло. Так, сцепили на фаре. На фаре отъехал. Очень быстро отъезжает на фаре, конечно. Подставился знатно. Ну и тавр, соответственно, падать будет тоже. Дефать как-то 5 на 4, наверное, не очень хочется. Хотя Полосон убитый. Дать бы профайр какой-нибудь. Отходит Полосон. Да отдайся уже. Не издевайся на противника. Возьми да убри. Как мужик, под тавр. Давай, гоу. 1800 у него денег. Да, продолжает у нас нагнетать, собственно, обстановку снизу. Ребята из Сайф давят, давят линию, хотят забрать Тейдин Тавр. На тейте пока Dragon Knight, Ogre Club у него есть. И в курьере прилетает Сэндж для Разора. Так. Подставились под ЕМП. Здесь, видим, взлетает Айроб никуда. Взлетает Flamebreak. Карапассирует Хана, дал МПЛ. И давит ребята из РРК. Погонь до конца, Фридом спуржировался, дал, правда, дисрапшн. Торнадо хороший, но Фридом поставился по стану Драгонайт, его здесь будет, конечно, забривать. Вокер тем временем забрался Инкига. Ну, смотрите, Чипикс на развороте будет давать эру какой-то. Ну, да, смотрите, какие сладкие ребята из РРК, если какой-то эру читерный залетит, можно, в принципе, и добить. Нет? Меркл пока без спылов, пытался синцировать него Дон. Так, тут поймали Бетрайдера, Бетрайдера будет минусовать. Что-то кучку нужно сделать, дает как раз-таки Хана. Очень вовремя прожимает Карапась на плазмофилде. Кала, кстати, клинком отогнал противника и, в принципе, сматываются ребята из РРК. Ну и дагер приобретает себе полос. Ну, дагер, в принципе, хорошо, да? То есть мы не забываем, что это хардкерри герои, ребят, из Зайф, а дагер он собирается для инициации.
какого-то прыжка. Замес, так, теперь у нас продолжаются какие-то замесы. Здесь у нас Дон спрятался. Очень интересно, что он здесь делает. С оверклапом, такой внезапный Дон. Видимо, хочет выйти на Миракла. Вот сейчас, в принципе, за Тиги. Еда будет заходить, Чибикс. Видит Дона, Бро Страйк не точно. Там форстафы уже пошли. Подкопчики разорвали под фулкичер моментально. Сэнкига, Эсбласт залетел, но никого не добьет, потому что это Эсбласт первого уровня. Но Драгонайт, правда, успел Тавр сдонайть. Но в любом случае, фраг они потеряли, и Тавр все равно был тоже разрушен. Поэтому линейку-то один Тавров ребята и Сайф забрали. Ну, по деньгам, я думаю, это достаточно хороший выхлоп им даст. Давайте посмотрим, что же произошло. Вот оно, преимущество растет. Представляет уже порядка 60 тысяч по деньгам. По XP 4 тысячи. Значит, Парейшн. Сапог, левел 6. Ну, Эсбласт мне тоже скоро, в принципе, откатится. Поэтому более-менее полезным становится этот персонаж. Бэтрайдер после Тайгера, видимо, покупает себе став. Ну, тоже, опять же, дефолтный вариант будет делать себе форстав. Ну, и Коала... После Сенджи решил купить себе Драму Фенджеранс наперед. Ну и Хайна побежал снова Виндета. Левел 9 уже есть, в принципе. У него Дагер. Видит здесь Гиену. Испугался. Гиену просто много всего есть, да? То есть есть Сентриварт и есть просветочка. Так что где-то и Никс может подставиться. Теперь Шаду Демон опасно очень гуляет. Но у него, в принципе, есть кейс. Дисрапшн спрятал. Фридом. Ну, Дисрапшн Солкетчер, в принципе, на Бубу. Бубу просто отошел, да, без продолжения. Врыв Кинг. Куала здесь. Очень интересно, Фридом, Демоник Пурш, Куалу, будет Эро залетать, Чибик, где Эро? Айсбласт залетает. Айсбласт не точно. Гиена пытается давить противника, залетает Азбатрайдер. Стан получает моментально от Полосона. Ой, хороший подкоп, смотрите, у нас получается. Флейбрейк залетает, проблемы Чибикса большие. Власов поймали, видим, Никса моментально уничтожили. Полосон тоже потерял перерождение. Ну, в принципе, может дальше давить противника. Забирает моментально Батрайдер, Спрейш тоже отдался. Выкапывается у нас Гиена, пытается уйти, Урна на нем висит. Фрифкинга убили еще разочек и убивает также и Шаду Демона. Ну, вы знаете, тут Каалас своим ультимейтом, конечно, и выжженным, кстати, клинком дэмэджем творит чудеса. Миркл пытается спастись бегством. Он это получается, по-моему, сделать, да. Тут у нас Дон пока без даггера, и догнать не может. 15-9, 17 минута встречи. Вы знаете, здесь еще попахивает каким-то сопротивлением от обеих команд. Видно, что у нас идут катки в разные стороны. То преимущество в одну сторону, то преимущество в другую сторону. Значит, что... И расклад у нас будет такой же. Потом лейте, конечно же. Ну что, продолжаем смотреть, дорогие друзья. 18-я минута встречи. Немножечко нафидонили сейчас сайфы. Наверное, отразится немножечко по нетворсу. Да, потеряли 1000 по деньгам. По XP потеряли около 2000. Неприятно, но в целом еще ничего страшного. Никс по-прежнему бегает левел 9. Есть даггер. Миракл покупает. Ничего себе нового не покупает. Левел 11, видим, практически промаксил здесь фиксы. На шестерочку пока вкачанный. Ну там надо геймплей колдстепа. Это то, чем он пока оперирует. А больше замесим, ничего не требуется. Сэнкинг без даггера до сих пор. Это Сэнкинг. Трайдер, правда, с дагером. Хороший эпицентр, просто не дать. В этом проблема. Так, конечно, с дагером врываться побольше вариантов. Так, теперь мы видим, у Дона появляется после Огр Клаба Митрил Хаммер. Конечно же, БКБ будет, и будет он совсем скоро. Ну и Полосон, 3-3-3. От хардкерри героя, конечно, ожидается немножечко побольше артефактов и получше какой-то фарм. 3-3-3-3 это не то, что мы от него ждем. Пытается он теперь фармить вниз, внизу. Ну да, какой-то армлет собрать, я не знаю, Майлшторм, хоть что-то в дэмэдж, и просто уже внести какую-то пользу. Когда ты будешь врываться и давать стан, ты еще сможешь из руки неплохо нарезать. Так, ну и Разор, кстати, набирает обороты. Видим, купил себе Драм оф Энджинс, покупает еще Блейд. Действительно будет делать себе Сашу Яшу. Проюзывается смог. Сдайте, находятся противники. Вот они, сладенькие на топе. Давайте их ловить, давайте убивать. Ну вот первый, конечно же, на фаре, потому что есть лассо, есть даггер, есть форстар. Хватаем, подтягиваемся к, подтягиваем к своим тиммейтам, с раскаста забираем. Все очень просто. Кто подставится, вопрос. Так, Бэтрайдер завис в воздухе. Хана. Карапаси успевает прожать. Айсбласт залетает все равно Хану. Подкопали, конечно, без шансов. Здесь отличный Бороу Страйк в исполнении Гиена. Ну и давит на пяточки Мирана, пытается уйти. В принципе, тем же самым занимается Фридом. Сбить ТП тоже нечем. Хороший ганг получился. Забрали Никса. В принципе, могли, хотели точнее забрать больше, но не получилось. Получается, что у нас 20-я минута встречи и уже... Сдают с позиции ребята из Сайф. Немножечко набирают на СРРК. Миракл покупает себе Огр Клаб. Ну, вообще, сложно сказать, кто у нас будет в лейте посильнее. То есть, мне изначально нравился такой
пик от Сайф, только в случае, если бы наоборот Мирана фармила, а Рейв Кинг бегал 7 суппортом. То есть он тоже так же выфармил бы себе Тайгер, но в этом случае у Мираны были бы какие-то хорошие шмотки. Пока только одни барабаны. Вот бегает по чужому лесу, видим, здесь Меркл. Чибикс. Видел Санкинга. Не получится. Ну, вот Хана в этом плане, конечно, нужен. Все-таки есть у него Тайгер, надо уже врываться. Ну, вот неприятно врываться, когда ты бегаешь по чужому лесу, стоит центре варды. Тебя просто видно. А так хочется убивать Санкинга, а так хочется убивать Энши Топорейшна. Ну, и пока ребята ушли в глубокий фарм, и та и другая команда просто отдефает линию, параллельно еще и фармит. Саша Яшин фармил себе, кстати, Коала. Коала в замесе будет чувствовать себя весьма неплохо. Как такового Burst Damage, чтобы увидеть его, не хватит. А вот он на развороте, если сможет продержать этот клинк достаточное количество времени, то и сам ДПС будет неплохой выдавать. Под смоком был СК Сайф. Видеть бы противника, да? Чтобы видеть противника, говорят, нужно поставить агрессивные варды. Ну, я имею в виду, например, утитав чужой лес куда-то там, может быть, вот здесь на подходах, на выходах. А так, бегать как слепые котята и не видеть ничего абсолютно, это, конечно, бред. Пробежали, смог потратили впустую, никого не нашли. Ну, теперь уже RRQ побежали. Ну, у них, значит, немножечко попроще. А сейчас, в данной конкретной ситуации, должны спушивать товара. Вот тот самый тавер снизу должен, например, падать. Есть глиф фортификейшн, но сейвить это не будет. И забирать его будет успеть. Коала, Коала не успевает дать последнюю точку, и поэтому одели деньги на всех. И мало шторм тот самый появляется, видимо, у Рэмчика. Тихонечко начинает походить свой дэмэдж, Полсон. За счет Мидаса, конечно, свои артефакты будет вывозить. Пока топ-2 по Нетфорсу, топ-3, кстати, Миракл. И за большим отставанием будет Драгонайт и Бутрайдер. Хочется также отметить, опять же, полную бесполезность суппортов команды RRQ. Вот эти вот нотворсы, особенно, конечно, порешни, конечно, вообще никак не впечатляют. Драгонайт купил себе БКБ, ну и Синкинг 1600 монет только сейчас начинает фармить на дагер. Так, ну и смог исполнение RRQ, попытка кого-то найти сейчас. Давайте проследим за это, удастся или же нет. Ну, в своих лесах явно ловить тут некого. Вот в миде стоят ребята. Миркла можно цеплять. Например, Бэтрайдер просветил, впрыгнул. Ой, форстаф пометали Хана. Карапассирует неплохо. Впрыгнул также полосы. Дэро залетает. Драгонайт не знает, кого бить. ЕМПшечка накрывает пометали Бэтрайдера. Эпицентр пошел справа по Никсу. Тоже неприятно. И Куала пошел в разнос. Сюда Сэм уже нахоботил. Что-то демон он убивает. Но там минус лишь Топорейшн. Забрали в свою очередь полосы вместе с Мирклом. Ну, так избавились от одного флейнера, одного суппорта. Драка продолжается. Сбили в рейтингу из перерождения. Полосон пошел в атаку дальше. Получает подкопчик. Полосон дерется. Ай, нужно бежать. Форстапует его. Хорошо. Да, ну, Куалу, конечно, не пробить. Просто Куал такой дерзкий, такой мощный. Ну, и еще пару пик должен дать. Торнадо, хорошо. Живи, живи, рейтинг. Тайгер тэп-аут. Тайгер тэп-аут. И получится. Да, получается. Хорошо, конечно, здесь подсейвил своего тиммейта Миркла. Отыграл качественно. Миттлхаймер себе покупает, и будет у него БКБшка. Кол оверклаб, конечно же, БКБ. Но вот уже возникают определенные трудности у ребят из Сайф с убийством Драгонайта и с убийством Разора. Да, все-таки ребята очень плотные. Один нафармил БКБ, второй впоследствии нафармит. Вот. А там что мы имеем? Там есть магический прокаст от Мираны, есть магический прокаст Инвокера, от Никса и от Шаду Демона. Который что? Правильно, потом, который чем, ну, карта у нас больше затягиваться будет, тем меньше пользы будет приносить. И остается только один рейфтинг, который, по идее, должен быть с руки, но это милишник, который там, которого катит, у которого высасывает весь дэмэдж, который пока сделать абсолютно ничего не может. Да, и с этим, конечно, у Сайфов еще на стадии драфта возникают определенные проблемы. А что делать в такой ситуации? Нужно либо ловить и убивать до БКБш каких-то, да, то есть либо весь фокус обрушивать именно на этого Разора, пока у него не так много хп. Хотя 1700 за месяц, конечно, с учетом того, что есть пассивка про макшин на 4, это сильно, это мощно. Полосон столько хп пока не выбивает. Да, тяжело-тяжело. Сэнкинг выформил себе тагер. Хорошо, они что парит, что пока сапог левел 8, первый айспласт. И на топе Чибикс пытается бить крипов, покупает себе Ring of Health, ну и будет делать себе Liquid Sphere. И БКБ отмеркла. Что, продолжаем смотреть. Фармить дальше, конечно же, Дон. Дон
стесняется включать еще и Dragon Form, чтобы подфармить стак энджита. Тут на самом деле много денег. Давайте просто зафиксируем. То есть у него сейчас 1400. И вот он начинает фармить энджит. Бьет этих энджитов, бьет. Левел 13, кстати, у него тоже 477 опыта. Ну вот видим, как очень быстро прибавляется бабло. Ну, икспа, в принципе, тоже. То есть левел, как минимум, здесь поднимает. Ну и по деньгам поднимет около 1000. Просто за где-то 30 секунд фарма. Остались самые неприятные грибочки, самые большие. Ну и за них больше денежек и экспы, конечно же, тоже. Так, вот он, левел-ап заветный. И вот, да, 1100 даже денег он здесь поднял с этих стаков. Неплохо, неплохо. 2500 уже имеет. В принципе, можно купить какой-то гиперстон. Ну и дальше выходить, конечно же, в Кирасу. Ну и странно, странно, странно. Что странно? Странно видеть отсутствие какой-то агрессии Асайф. Начали действительно очень хорошо. Вы помните эти ганки, эти перемещения по всем линиям. Шадо Демон плюс Мирана работали безотказно. Но сейчас этим активность свою прекратили. И я не знаю, по-моему, это им не на руку. Драгонайт покупает себе, конечно же, даггер. Но это любитель пособирать такие артефакты. Но он просто хочет противника догонять и убивать. Вот единственное, что он хочет сделать. Это у него получается. Мирана. Подфармливает мид, Миракл. Ну, 4-1-5 вроде, кстати, неплохо. 17 фрагов всего они сделали. Участвовал он в 9. Такие средненькие показатели активности. А кто здесь больше всех отличился? Ну, Тухана, видим. 12 КДА, да? Ну, смерть, правда, 3, конечно. Но получше явно. Ну, топ-фидеру команды RRQ мы видим. Это, ну, два суппорта, Синкинг, конечно, Паришин, который бесполезно бегает на карте. Ну, а в целом, тащил у них тоже нет. Ну, вот разве что только, конечно, стоит отметить Разора. Разор у них пока вытягивает игру на себе. Ну, ему, в принципе, как керри-герой это положено. Фармит дальше после Агарклаба. Здесь смог в исполнении RRQ. И попытка, видимо, снести будет какой-то из товаров. Что? Аккуратно байтит на Разора. Сайфы же настягиваются, кстати, и попытаются, наверное, ворваться сейчас. Очень интересно, за место сможет ожидать. 28 минута встречи. Волосон. Покупается, кстати, Мьёльнир, уже неплохо. Бэтрайдер залетел, кого-то хочется захватить, пловит Пурш. Хана подкопал не точно. Ну, и здесь, конечно, Форстав спасает, там надо тоже в никуда залетело. Бэтрайдер. Неплохо сманеврировал, но, в принципе, даггер-то у него откатился, теперь можно врываться, лассот он же еще не тратил. А ребята из Сайф потеряли очень много. Потеряли ультимейт от Шадо Демона и потеряли торнадо от Миракла. Надо этим пользоваться. Так, врывается Полосон, стан, Куала. Мьёльнир на себя, торнадо ЕП залетает, есть бласт, айс бласт, очень нехороший получается. Драгонайт пытается разорвать чипи, кстати, рейдми уже разорвали Разора, минус Бутрайдер. Идут дальше ребята из Сайф, Бубу тоже минус. Потеряли сами только одного Никса, Дисрапшн, Солкетчер залетает нас также на Драгонайта. Пока бышки уже нету, Полосон разгрызает с руки. Ты ну знаете... Этот Фред Кинг способен. Способен бить лица, и он там продемонстрировал. Минус 4 организовали ребята из Сайв. Живых остался только Сэнки, который спасся бегством. Ну и понятное дело, что мидлейн. Точнее, просто два таура ребята из RG потеряют. Ну, спокойно, так же. 2600 сверху появляется у Брокинга. Левел 17, топовый по нетворсу. Смотри, 14 тысяч денег он нафармить смог. А дальше идет Миракл у нас без Медаса. Но 2300 после БКБ и Форстафа имеет. Ну и Полосон заходит Арашана, конечно же, сразу. Ну да, то есть 20 секунд не будет Разора и Драгонайта. В принципе, этого времени должно быть достаточно для того, чтобы снести Арашана. Конечно, айсбласты будут залетать. Это будет неприятно, они будут мешать. Да, айсбласты тоже получились не очень хорошие. По факту. Ну и Бэтрайдер. Даггер имеет, врываться, наверное, не будет. Все-таки это слишком опасный вариант пытаться воровать. А вот Сайф испугались. Хотя, знаете, я тут не вижу, чего пугаться. То есть, по сути дела, ничего потрачено не было. Включаем, например, инвиз от Чипикса. А, он в кулдаун, извините. Но в целом, все равно, Мьёльнир на себя кидает полосы и пошел в атаку. Все изи. Еще один выигрываем за место, 100%. Собираем Рошан и сносим Т2 Тауэр последний. План простой. Проверочный Эрроу, знаете, находятся противники. Кстати, Разор покупает себе поинт-бустер, будет делать Аганим. Ну, ты тех Разоров, которые потом впоследствии будут собирать рефреша. Дабы усилить свой ультимейт. Ну и 30-я минута встречи подходит к концу. Полосом. Разменится на себя, Бэтрайдер завис в воздухе, в кого-то хочется ворваться. Тут же Shadow Poison залетает, сбивают ТП.
Полосон. Может быть, тогда перепрыгнуть. Вот Райдер хватает полоса, отводит своим врагам. Есть хорошо. Отличный Карапаси. Подкоп по всем. Торнадо и ЕПшка залетает. Также БКБ от Миракл областовывается. Вот Райдер моментально минус. Гена тоже справляется в таверну. Минус 2. Драгонайт пытается воевать. Дисрапшн от себя ждут демон. Спасает. А, в Никса тоже, смотрите. Икс-ван. Потерял БКБшечку. Отправляется, наверное, тоже до минус 3. Правда, потеряли двойка, конечно, это неприятно. Но в целом за место выигрывается. ЛХП остался, значит, парень, что он уходит. И Коала тоже в живых остался. Но главное, что жив Рейв Кинг. Это очень важно. Опять же, перерождение не тратит. И смотрите, 4200. Заходит два таура, конечно, там есть Глиф Фортификейшн, но я не думаю, что есть вообще смысл дефать РК. Полсон. Тут крип... Тауэр его немножечко пробил. Так, надо, конечно, отрегениться от крипочков. У него уже есть пассивка. Очканул, очканул, отошел, да, решили, что оставит тауэр до лучших времен. Залетает S-Blast. И все сматываются. В любом случае, замес выиграно в исполнении сайф. Правда, они с этого замеса ничего не поимели, кроме разве что денег, да? Так хотелось бы либо Рошана забрать кого-то, я не знаю, либо снести тауэр. В итоге ни того не получилось. Ну, 24-14. В любом случае, в моральном плане, конечно, они дают сейчас РРК. Вот эти размены в их пользу. Вот один размен был в меди, теперь снизу. Они, конечно, напрягают. И вот преимущество составляет уже порядка 9 тысяч по дикампу, XP уже около 8. Куала-куала. Появляется Ogre Club. Третий, кстати, по счету в его инвентаре, да, один содержит Саши Яши, второй в Аганиме, и вот третий просто пока здесь находится. Ну и, конечно же, это теперь точно будет БКБ. Других вариантов уже просто нет. Хотя есть вариант с Хелбердом. Опять же, затыкать того же самого в Рейв-Кинга, это штука полезная. Бегает Чибик, вставал Эрроу на ход в Бубу, там тем временем Дон. Есть же Тайгер, смотрите, Айс Бласт моментально разорвали, ну здесь, конечно, Чибикс был в корне неправ. Без Ликенсферы, вот так вот нагло нападать. Подставился, просто раскаст и отдался. 24-15, 32-я минута встречи подошла к концу. Ну, смотрите, Миракл после БКБшки купил себе ультимейт торп. 1500 денег сверху есть. Пытается, конечно, же нафармить себе на хекс. Гем! Конечно, Separation. Ну вот, начало очень было активно от этих ребят. Вот сейчас немножечко под сбавили обороты, я бы сказал, да, стараются играть очень аккуратно. Все-таки, ну, цена этой карты достаточно важна. Вообще, цена любой карты здесь очень большая, ну, потому что, опять же, лишнее поражение, это все меньше и меньше шансов до попадания в плей-офф. Напомню, что система проведения такая, что по итогам Robins Round вам нужно попасть в топ-4. Вот, и только тогда вы будете претендовать на плей-офф, где вы будете сражаться, конечно, за два слота, оставшихся из четырех, на поездку в Сиэтл. Вот, ну и если там, опять же, у нас будет равенство по очкам, а я чувствую, что у нас равенство по очкам в рамках данной квалификации будет, то будут у нас сыграны тайбрейкеры. Опять же, еще один Robins Round между теми, у кого одинаковое количество очков. Такие дела. Ну что, Полосон покупает себе Кирасу, ну, очень плотный этот Рейв Кинг, конечно, я не представляю, как его вообще нужно убивать. Есть Разор, который должен жить. Разору, чтобы жить, нужно БКБ. И нужно, чтобы его тиммейты так рано не дохли. Ну, дохнут они очень-очень славно. Ну, потому что очень уязвимы от прокаста Инвокер, того же самого, конечно же, Никса, эти Импейлы и Эру залетают. В общем, много-много плохого. А БКБ, к сожалению, имеет только пока один Драгонайт. Ну что, Полсон заходит, торгуется, конечно, лицом. Прекрасно понимают ребята из РРК, что это просто байт. Идти сейчас и врываться на Полосон — это смерти подобно. И Полосон просто спокойно забрал туда тауэр и отошел. Линка появляется временем у Мираны. Наша 35-я минута встречи, дорогие друзья, пошла. 24-15 у нас счет сайфы. Владели преимуществом, которое равно уже 10 тысяч по деньгам, по XP около 10 тысяч тоже. В принципе, снесли 5 внешних товаров. Остался на топе еще один, который, кстати, тоже наполовину битый. Но в целом сайфы вроде как уверены в себе сейчас. Я чувствую, что и замес тоже должны побеждать. Вот единственное, что Каала. Каала меня очень интересует, как герой. Сможет ли он что-то противопоставить? Смотрите, заходит с наглым Полосом. Вот это, конечно, бешеная скорость атаки. Счет Мьёльнира, врывается Батрайдер, Ласу его поймал, Эрроу залетает, Эрроу не точно, будут убивать здесь нас Полосона. Статик Линк. Куала неплохо дэмэджа высосал, на самом деле. И Полосон отъехал. Так, ну вот здесь Ханы, нужно его форстафать. Или Миракл. Миракл должен форстафать. Форстафать, это не форстафает. И брейфинга собрали. Просто без драки. Тиммейты его просто-напросто кинули, не стали за ним идти. Фрида пытается сделать тп-аут.
Эро залетел, Freedom сбили ТП через Тандрага Найта, Freedom отъехал. И, судя по всему, отъезжать у нас будет также Чивикс. Вот это, конечно, овер-бред. Ой, смотрите, какой айс-бласт залетел, что пораньше хорош, минус 3. А с учетом перерождения, минус 4 сделали, ребят, из РРК. Вот этот замес вообще просто отвратительный из стороны Сайф. Я не знаю, что они сейчас продемонстрировали. То есть, суть в чем? Суть в том, что Полсон заходит сюда, он байтит, да? Он, откровенно говоря, байтит. Он знает, что у него за спиной вот стоят тиммейты. Прекрасно понимаешь, что Ботрайдер стянет вот сюда. Тиммейты должны были вот сюда стремиться его спасать после перерождения. В итоге тиммейты решили на него посмотреть, стали вот здесь, понаблюдали, сказали... Ну, типа, ту самую картинку вы знаете, да, с двумя парнями, которые в черных шапках стоят, так вот. Типа, ну, пипец ты встрял, человек. Давай там отъезжай, и сами пытались убежать. Ну, и в целом их тоже поймали. Для РК это, в принципе, прекрасно возможно для того, чтобы просто забрать сейчас Рошана. Они, типа, конечно же, пользуются. В целом, видимо, и Разор уже нафармил себе на БКБ, то есть, становится плотнее. Ну, и полосы появятся через 10 секунд. Испугались. РК просто испугались. Побоялись то, что моментально откажется здесь полос, начнется ненужная драка для них, где они будут уже не готовы подраться. Ну и да, решили Сайфы, что ну его, этот три тавер снизу, пойдем снесем лучше Т2 на топе. Все-таки еще один верхний тавер, дополнительные средства. Меркл у нас 3800, хватает в принципе уже на Хекс, для дополнительного контроля Хекса весьма неплоха. Freedom, пока ничего нового, Хана, Тайгер Фроста в прежнем левел 12, бегает у нас здесь Фрейв Кинг. Медосирует 1600 сверху. Имеет пока. И имеет перерождение уже, кстати. Ну, там, в принципе, на 16 уровне откат уже 60 секунд, по-моему, составляет, если я не ошибаюсь. Да, кулдаун 60 секунд, так что... Даже если он умирает два раза, он все равно потом, после возрождения, появляется второй ультимейт сразу. Чибикс. Ну, Чибикс Линкин Сфера, да? Но мы не забываем, что, опять же, Чибикс это 7 суппорт. От него мы с вами каких-то больших и серьезных артефактов не ждем. Так, заходит снова РРК. По челлинг-таче пытается разбить лицо Рошану. Знают об этом ребята из Сайф. Санстайк там залетел. Фрита пошел в атаку, видит Гиену. Хочет синтировать. Есть. Дисрапшн. Солкетчер должен Тиаро залетать. Под копалью. Кеды большие проблемы. Нужно бы только добить. Врывается на тем временем. Полсун. Разрывает Бутрайдера просто моментально. Сакик у нас тоже отъехал. Куал уже БКБ. Понимаешь, что в численном меньшинстве они остались. Нужно бы убежать. Как-то и догнать надо. Конечно же, Миракл идет в атаку. Айсбласт. По всем, конечно, попадает. Пытается тэп-аут сделать. Получается этот тэп-аут реализовать. Разору. Но Рошана дали. Ну и Полосу, конечно, продемонстрировал, насколько он силен. Этого Ботрайдера такие куски отрывал, что... Что беда, за один стан буквально разорвал. Ну и вот видим, что интересно, поднимает и двойки Радикис. Ну, в целом, да, то есть он уже начал прокачивать экзорта. Это значит, что Миракл теперь способен комбинировать большее количество спылов. А значит, чем больше он будет жить, тем больше спылов он даст. Соответственно, есть еще и Хекс. И форстав какой-то, да, то есть команду можно сейвить. Есть контроль дополнительный. В этом плане, конечно, я полностью согласен. Действительно, Аегис нужнее именно Мираклу. Топ-2 по Нетворсу, он, кстати, пока отстает от своего хардкерри-героя. Но хардкерри-герой был с Мидасом. Это уже помним. Так, ну и Разор. Насобирал себе на плотность. Ну и вот получается такая схема, что... Разор, по идее, как дэмэдж-дилер, может себя реализовать только в том случае, если ему удастся сперва в начале замеса этот дэмэдж высосать. Если ему дэмэдж высасывать не дают, то он сделать ничего в замесе не может, соответственно. И в этом, конечно, небольшой минус этого Разора. Вот смотрите, пытается сразу реализовать стейк с ребята из Сайф. Теперь заходит уже по топ-лейну. Но, правда, им тут сплит пушит, видим. То есть Дом, который купил себе Огр Клаб. И который, по всей видимости, будет собирать себе Хелберн. То есть правильно, Хелбер действительно нужен. Нужно затыкать Полосона, не давать ему спокойно бить руки. Ну, аккуратнее на этот раз играют Сайфы. В прошлый раз они обожглись, когда зашли на хайграунд преждевременно и лишились, по сути дела, трех персонажей. Сейчас на такие грабли они наступать не будут, конечно же. На фарме таверного, тем более у Полосона намечается еще какой-то один хороший артефакт. Вопрос какой? Что там на ситуации нужно? БКБ, вот как мне кажется. Просто покупаешь БКБ. Не бьешь с руки. Вообще, не паришь. Цинкинг, Гэнш Топоришн, Айс Бласт, там что-то еще. Драгон Найт со станом. Бьешь БКБ и просто бьешь. Башер. Или Абиссал Бейт. Вот, Абиссал Бейт тоже вариант хороший. Просто теперь уже будем не отпускать противника. Из-под своих лап. Ну, в Рейфкинга есть чем догонять, теперь есть чем не отпускать. Баш, эта штука хорошая. В целом 2400 денег, 2500 даже. Можно еще подфармить там 1000 с небольшим и будет уже готовый Абиссал. К тому времени, может быть, и Чибикс какой-то артефакт дофармивает. Видимо, у него уже 2700 есть.
Не знаю, какой-то Майлшторм, может быть, Мантастайл, Солятор какой-нибудь заедет. Смотрите, подсмоком атака Терхью, подцепили Фридома. Ну, тут Фридома нужно просто оставлять, конечно, пытается себе он еще выиграть время путем того, что спрятался Disruption. Ну, и, конечно же, он дально убивает. Ну, и пытается разнести Тауэр, если, наверное, будет. Рака стягивает сюда ребята из Сайф. Инвиз Адмиральный пошел, Полз вгрызается, один просто в атаку, получает подкоп моментальный. Подкопчик от Хана, получает айсбласт очень больно, пытался от форстаффаться, у него не получилось это сделать, отъехал, что порежет нас, Ксенкинг у нас тоже отъехал, отъезжает, Ксенкинг, 2-2 размен, Миркл откидывается с полами, Коала, насосал много дэмэджа, как же пробивает он Миркла очень жестко, Коала, пробил Миркла, но сам застрял, и ползу в спину, Эрота залетает, закрыл его сам свой Dragon Knight, такая подстава, боже, что ж ты сделал, Dragon Knight. Ну это такое, это у меня нет слов передать, что это вообще. Вот картина, да, маслом. Заходит туда Разор. Пусть он там стоит, у него фейзы, он выйдет из любой ситуации. Зачем ты его своим ПТ перекрываешь дорогу и оставляешь Разора на верную смерть? Это такой бред, это просто, у меня нет слов. В итоге просто даются ребята из РРК, смотрим за байбеками и понимаем, что это минус мидлей. Ну да, а Разора нету, нету Драгонайт, окей, байбек будет. Но без Разора трансформа не получится. Для фортификейшн, окей, сказал Полсон. И тут очень интересно, почему отходят ребята из Сайф. Ну, за Бисселблейдом, видимо, смотался быстренько Полсон. И да, на развороте еще раз будут драться. Добить надо, конечно же, добить. Просто зайти и добить. Чего бояться, непонятно. У Полсона будет перерождение через 5 секунд. Все, он готов. Готов драться. Бэтрайдер. Моментальный таки раунд, потому что Бэтрайдер, что Вейв Кинг просто в разные стороны. Встретились в одном месте, где-то вот здесь так. Щух, сюда сразу. Сюда. Испугались. Ну что, в любом случае замес проведен хорошо. От Сайф немножечко подгрызли до 3 Tower. Спец, скажем, приготовили такую площадочку для основы со стороны. И снизу подпушили, и с миду подпушили. На топе немножечко Tower подгрызен. Ну, опять же, еще один выиграть замес, и все получится хорошо. Спрашивает меня тут, Атакватик, ты еще жив? Конечно, жив. Живее всех живых. Я так чувствую, что я вообще бодренький уже. Режим автомата у меня включился давно, а значит, что я готов еще парочку Best of 1, наверное, откомментировать, если бы таковые были. Ну, это такое. Ладно, у нас 20... Ой-ой-ой-ой, 17 тысяч преимущества у Сайфов. Это много. А по XP 15 тысяч. Нет, ну последний замес, конечно, много решил. Тут уж спорить не спорить, но так глупо закрыться. Просто в этом узком проходе. И, конечно, Dragon Knight с Разором здесь немножечко... Немножечко были неправы. Сыграли не так, как надо. Ну что? Мирана, появляется дизолятор. Ну, с дизолятором, конечно, поудобнее будет сносить все эти строения. Ну и, конечно же, противника убивать тоже, потому что есть еще и асалки раса. Это очень серьезное понижение брони. Ой, Бубу, по-моему, здесь стрял, нет? Ой, Бубу, по-моему, был неправ. Подкоп получает, пытается его убить, форстапается. Торнадо ментально залетает нас в Сэнкига, который туда залетел. Бэтрайдер, БКП, Драгонайт тоже БКП разорвали. Лицо, что парень, что правда разорвались еще и Никса. Один в один размен, Полосон бегает, пытается кого-то забить. Куала с первого удара проходит, баш, Полосон. Под бешеным замедлением, не знает, что делать. Пласты залетают, пытается спасти Фридома. Фридома уже не спасти, один в два. Должен умирать Разор, Разора приговаривает. Все-таки Миракл, красавчик, Полосон. Еще пока живет, но есть у него перерождение, это прекрасно понимает. Миракл просто ищет противника. Сейчас тоже, кстати, имеет изолятор. Посмотрите, Гена будет ловить. Гена пытается Стэнштормом как-то прятаться. Dragon Knight все еще жив, но нет БКБ. Ой, подставился, зря подставился. Полосом будет ли его догонять? Трипл килл. Нет, дабл килл пока от Миракла. Байбек от Разора. Разор, который без БКБ. Что он может сделать? Он может получить стан. Он получить может Arrow. И... Могут от него ребята испугаться, потому что еще и Бэтрайдер сделал байбек. Окей. Куча байбеков, пока РРК еще сражаются. Пока сражаются, пока держатся. Байбеки их спасают. Но это пока, опять же. Много денег было потрачено. Проигранный замес. Ну, просто очень сильный в Рейв Кинг. То есть на всех дэмэджа просто-напросто не хватает. Тут еще и инфокер, смотрите, какой плотный этот Миракл с БКБшкой бегает. Много всяких сплов неприятных дает. А там-то БКБ имеет свойство кончаться. Но уже скольки секунды осталось? 4 секунды. То есть что такое Dragon Knight 4 секунды БКБ в замесе? Зашел и все, и умер. Ну, видим, что и у Разора тоже уже количество секунд на БКБшке понижается. Да, ну, Полос он, видим, 400-200 уже нафармил. Так, что-то у меня... Немножечко. Дотка поехала. О. Фридом. Ничего нового не появляется. Хана. Хана тоже ничего нового. Чибикс у нас. Легендсфера, дизолятор, гем. 1800 сверху. Кстати, может здесь подставиться. Чибикс.
Это важно, на самом деле, РРК сейчас сделать какой-то халявный фраг на нейтральной территории, для того, чтобы просто не дать противнику собраться вместе. Вот сегодня, смотрите, сбили линку, липаут. Пытается Биби дать холдфит, но там... К сожалению, это не дарит какой-то стан, и поэтому остановить на месте не получится. Дает Эра на развороте, на ход, прям, да ладно! Какая 5-секундочка заехала от этого, от этой Мираны, подкопы ментальные. Хана разорвали. Но тут царская стрела Чибикса, конечно, заехала. Прям на ход. Да, теперь не полоса, находит Калла, Санстрайк залетел. Что творит полоса с этим разором? Еще подтягивается мир Хикса. Нету байбека, 98 секунд, и разор, получается, сейчас просто подписал смертный приговор своей команде. Сказал, ребят, мы больше не будем сражаться, и давайте дадим победу ребятам из Сайв. Полоса заходит на ХГ. Клифф фортификейшн по-прежнему нету, байбека нет. Чем драться? Драгонайтом? Увы. Теперь заходит за эпицентр, в принципе, неплохой получается раскаст. Полосон дерется. Есть у него перерождение, он вполне может умирать. Миркл пытается двойными форстафами просто спастись. Ну и Полосон режет противника, его пытается кайтить. Я ровник куда. Хана карапассирует здесь, видимо, убивает Патрайдера. Тут Полосон возродился. Падает у нас бараки на топ-лейне. Моментально, конечно же, их сносят ребята из Сайв. Все-таки изолятор от Чибикс, изолятор от Миркла. Перемещается на мид. Ой, там БКБшечку вынужден проюзать Драконайт. На развороте дал стан Полосона. Айсблаз залетает. Полосон подставляет. Уже нет перерождения, кстати, нужно поаккуратнее сыграть. Форстаф и дистапшн. Сейф, конечно, хороший. Ну и бараки по миду тоже падают. Ну все. Минус две стороны. Разор 35 секунд в таверне. Эти ошибки от Разора и от Драгонайта, конечно, они сделали игру. Может быть, РРК играют неплохо, но вот такие вот микро-моменты, они очень сильно решают. И Сейф действительно поймали своего оппонента на ошибках. Ну и Полосон красавчик, нафармил все, что нужно было нафармить. Миркл, конечно же, тоже тащил. 14-2-11, посмотрите на Миркла. Подкапывает нас двоих диссинки. Кто там гем, конечно же, его видно. Форстап и Броустрайки не уходит он никуда. Полосон врывается, Биби тоже его уничтожает. Ну и ККВП прописывают ребята из РРК. Ну и тут Полосон просто под фонтаном уже уничтожает своих оппонентов. Отдается, там уже перерождение откатилось. В общем, и все это на самом деле не важно. Важно только то, что Сайфы побеждают в этой карте. Зарабатывают себе победку, столь им необходимую, после стольких поражений, которым явно были...